Краевые власти не возражают, что возрождать парк Изумрудный возьмутся сами горожане. Об этом журналистам заявила начальник управления имущественных отношений Елена Зенкова на недавней конференции. По словам руководителя, после нескольких публикаций в СМИ в ее ведомстве оценили реальность такой народной инициативы и готовы поддержать барнаульцев. Если бы граждане обеспокоены, а их очень много, я вас уверяю, люди бьют во все колокола. И если граждане пожелают это сделать, мы пойдем вместе с ними. Вот. Единственное, что хочу чуть-чуть оговориться, что, наверное, как-то схему там посадки деревьев все-таки надо с городом согласовать, чтобы там нечаянно не нарушить, может быть, какие-то коммуникации. Елена Зенкова отметила, что краевые власти намерены сохранить парк в его классическом варианте и найти инвестора. Сейчас территорию парка готовят к проведению аукциона. Власти должны принять акт приема передачи земли от бывшего арендатора компании «Лидер». Но это осложняет то, что юридическая судьба некоторых объектов неизвестна. Предстоит выяснить, кому принадлежат бассейн, скалодром, бывший автодром и небезопасное колесо обозрения. Вопрос двинется с места после судебного заседания по факту приема передачи, которое состоится 28 февраля, и решения городских властей о проведении аукциона.